В это воскресенье нас ждет служба четвертого гласа. Прозвучит очень интересный тропарь в первой песне воскресного канона. Этот тропарь интересен тем, что он имеет широкое употребление в христианской церкви. Помимо того, что священник его произносит на литургии, а также этот тропарь мы поем на пасхальных часах на Светлой Седмице. Так в этом тропаре говорится об Иисусе Христе. «Во гробе плотске, во аде же с душею яко Бог, в рае же с разбойником, и на престоле был Иси Христе со Отцем и Духом вся исполнение неописанное». То есть тут говорится о том, что Христос одновременно пребывал своей плотью во гробе, одновременно был в аде своей душою, пребывал в раю с разбойником и был на престоле с Отцем и Духом. Как это возможно? Иисус Христос, Он Бог-человек. И само Боговоплощение, Он, Его человеческая душа и человеческое тело были обожены. Поэтому Он своей обожженной душой сходит в ад и разрушает его. И одновременно плоть Его была обожжена и пребывала во гробе. И гроб Его был живоносен, и тело нетленно. После канона утренняя движется постепенно к своему апофеозу, который будет на Великом Словословии. И перед Великим Словословием появится стихир на хвалитях. И там звучит очень интересный текст. Текст носит такой полемическо-дисновенный характер. «Где Иисус, которого вы думали охранять? Скажите, иудеи, где тот, кого положили во гробе, опечатав камень? Дайте мертвого, дайте погребенного, или уверуйте воскресшего. Если умолчите вы о воскресении Господа, то камни возгласят, и более всего отвалены от гроба. Велико таинство домостроительства твоего. Спаситель наш, слава тебе!»